Привет, народ, любители полетать на квадрокоптере и любители собрать и полетать. То есть все, которые связаны с квадрокоптерами, всем доброго здоровья, доброго дня. Я хочу вам сегодня рассказать, ну, кто знает, значит, может не смотреть. Кто не знает, можете посмотреть. Это как заармить квадрокоптер, когда он упорно не желает принимать спутники. А в наше время, именно в настоящее время, что-то это стало актуально. Выходит, что один раз он принимает, а другого то один раз не принимает. А если у вас настроено, что GPS, то вы его не заармите до тех пор, пока не он поймает спутники. Ну а летать хочется. Что же делать? Поэтому мы просто исключаем данную функцию GPS-а. И приемник начинаю оставить. И квадрокоптер начинает армиться. Вот у меня сейчас он настроен именно с GPS-ом. Вот мы его сейчас подключаем. Подключаем, подаем питание. Все. Все. Теперь мы берем, вот пришли в поле и с умным видом хочу полетать. Но пошел нафиг. Почему? А потому что вот мы сейчас подключаем определение. Почему он не хочет работать? А не хочет работать он по той простой причине. Отсутствует навигация, видите? Navigation in safe. Нету ее. У нас и все работает, все исправно. Но навигация пошел нафиг с Новым годом. И вот этот крестик в красном кружочке, белый крестик, его надо, как бы сказать, нивелировать. То есть, чтобы его не было, чтобы здесь все было зеленым-зелено. Для этого что делаем? А для этого делаем все очень просто. Заходим первое конфигурацию. Но у меня 4.1. Если, например, у вас 5.1, то вы надо заходить в GPS, потому что там настройки. Отключаем GPS. GPS. Нажимаем Save and Reboot. Убрали. Так. Есть. GPS нету. Следующее. Заходим в файл сейф. Ставим дроп, то есть падение. Тоже сохраняем. Так. Заходим затем в Modus. И вот здесь вот эти все Nav Alt Hold, это удержание по высоте. А есть еще Nav Post Hold. И все, что связано с Nav Post Hold, надо отключить. Ну, не будем, Alt Hold пусть остается. Все, что еще у нас надо? Все, больше ничего не надо. То есть, если здесь будет еще раз Nav Post Hold, то вы его отключаете. Возвращаемся в Setup и смотрим. Все зелено, зелено, дальше некуда. После этого включаем, и он начинает работать. И вы спокойно можете летать до тех пор, пока у вас есть батарейки. Все, все функционирует. Все очень просто. Но еще один из моментов. Если у вас, конечно, вот здесь Calibrate не настроен компас, и он будет у вас из магнитометра здесь как бы светиться синим, а калибровка не проведена, то же самое ни хрена не будет. Поэтому что вы делаете? Вот здесь в конфигурацию заходите, и вот здесь выбираете магнитометр, ставите Known, нажимаете Save, и магнитометра как не бывало. Все. И у вас здесь то же самое, сплошная зелень. Так что, я думаю, всем понятно. Так что короткий ролик на этом заканчиваю.
С вас подписка палец вверх-вниз. Ну и удачи в полетах. Всего доброго, до новых встреч. С вами мира, добра, здоровья. А с вами был Георгий Славянко.